Более 3 месяцев я встречался с людьми на улицах, во дворах многоквартирных домов, на предприятиях, в школах, детских садах, домах культуры и в других организациях. Собирал наказы, чтобы опираться на них в будущей работе. Я провел более 300 встреч, пообщался с более 7000 людей и жителей. Могу заверить, все, что мне говорили, уже зафиксировано. Ни один наказ не останется без моего внимания. Все, кто меня знают, подтвердят. Я не боюсь ответственности и всегда со своим народом и страной. И в хорошие времена, и в сложные. Так было, когда я отстаивал сложные наказы жителей в законодательном собрании, помогал людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решал гуманитарные вопросы новых регионов России, и когда я пошел добровольцем на фронт в зону СВО. Пустых обещаний я раздавать не буду. Все, что в силах депутата Донского парламента, все, что могу лично решить, возьму в наказы и буду добиваться исполнения. Поэтому рассчитываю на вашу поддержку 8, 9 и 10 сентября. Вместе мы продолжим решать вопросы города и делать жизнь наших жителей лучше.